от лица мужчин позвольте выразить вам большую благодарность товарищу преподавателю. Я хочу работать с синхронным переводчиком с английского, немецкого, испанского, итальянского языков. Вот если бы не это, было бы интересно. Нам очень грустно расставаться со школой. Аль, чё грустная такая? Замуж я выхожу. Да убери ты свою камеру. Патиссон! Иду. Ну, где ее носит, а? Да ну не переживай, ты скоро придет. Вон пацаны уже вылезли во двор, со своими железками возятся. Здорово, Женек. Здорово. Смотри, что достал. А? Слушай, Женька паразит. Вчера ключом махнул, крыло мне поцарапал. И думает, я не знаю. Сильно? Да ладно, там ерунда. Скажу, у нас в банке ребята в гараже затрут. Ой. Нет, ну где ее носит, а? А ну, выключайте свою шарманку, хулиганы! Проклятые! Спать не даете, сволочи! Сейчас, блин, милицию вызову! Да-да, уже выключаем. Гад, а. Доброе утро, Феликс Борисович. Вон, Колян, смотри. Алькин отец стоит. Да, вижу. Злобу копит. За то, что Женька ему крыло помял. Да не смотри туда. Зыркает он. Алька с выпускного идет. Ба-ба-ба-бам.
Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The mobile number is temporarily blocked out of the college. Вон она пришла, наконец. Сидит на качелях с Женькой, треплется. Ну, слава богу, вернулась. А Жене что? Пусть поговорят, Женя хороший мальчик. Ага. Случилось чего? Аль, что произошло? Жень, мне нужна твоя помощь срочно. Ой, нет, все. Ну, Жень, ну, пожалуйста, не, не, не. Ну, точно не ты, ну, Жень. Аль, вспомни, сколько я для тебя уже сделал, а? И писал записки директору, как твоя мама. И звонил ему, как твой папа. И даже приходил к нему, как твой старший сводный брат по отцу, приехавший Жень. Из Сибири, а? Ну, Жень. Алечка, школа кончилась, и детство проходит. Все, ты меня посадишь. Женечка, ну это сущий пустяк, я тебе клянусь. Ну, помоги мне, а? Ну, пожалуйста. Что случилось? Пойдем, я тебе все расскажу. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Мать, смотри! Она Женьку к нам тащит за каким-то лешим. Он упирается, не хочет идти. Ха! Чисто телок. Да ладно тебе. Ой, что с нами женщины делают? О, повела она Женьку. Попал. Замели. Точно папаша узнал про крыло. Да, хана. Угу. Ой. Дизель, иди отсюда. Ну чего трезвонишь, а если бы мы спали? Ой, пап, я тебя умоляю, какой сон, когда меня нет дома? Здравствуй, Жень, давай. Здрасте. Хорошо. Вкусно пахнет. Мам, Наполеон испекла? Твой любимый. О, его надо обязательно кремом смазать, только чтобы не пропитался. Тогда он будет такой хрустящий. Жень, подожди со своим тортом. В общем так, мы с Женей решили пожениться. Ребятки, а вы все обдумали? Не рано вам, а? Мамочка, чего ждать? Я на третьем месяце уже. Куда пополз, щенок? Ой. Тогда уж не щенок, а кобель. Да не кричи ты, ну. Аля, как ты можешь так говорить? О ком говорить? Хороший мальчик. Ты когда успел? Я... Тебя спрашиваю! Ну, пап, ну когда успел? Ну, 2 месяца назад. Здесь, в моем доме. В твоем, в твоем. Успокойся ты. Покивай мне тут. Его в дом пустили, а он... Отец, ну... Ну, что ты напал на парня? Он же не отказывается, сам пришел. Твои родители в курсе? Ну ты что, издеваешься? Стоит тут принц. Он с нами разговаривает, брезгует. Ты что, может, жениться не собираешься? Да подожди ты, ну твои родители знают. Мы очень долго думали, кому прийти первыми, и решили пойти к вам, чтобы просить руки у вашей дочери. Не наглей, нашел время просить руки Папа! Моей дочери. Ясно, значит, не знают. Значит, Женя, я думаю, лучше всего твоим родителям мы скажем. А то тебя отец прибьет. Это точно. Уж замуж не втерпешь! Да! Пойдем. Аля! Аль, ты вообще, ты с ума сошла? Аль, что ты творишь? Я думала, ты со страха умрешь. Ничего, держался молодцом. Аль, представляешь, еще мои родители об этом узнают. Вообще, что тогда будет, а? Жень, да не парься, ничего не будет. Мои родители все расскажут твоим. А твои, пока до тебя доберутся, уже остынут.
Слушай, я ведь знал, что с тобой нельзя идти, что это плохо кончится. Жень, мне сейчас очень плохо. Ты всегда помогал мне. Это всего на 2 недели, мы потом разведемся. Ха, разведемся. Здорово. Еще раз родителей удивим, да? Тогда твой отец вместе с моим на пару меня точно во дворе повесят. Аль, ты что, не могла меня предупредить? Так бы ты и пошел. Нет, конечно, не пошел бы. Зачем вообще все это делать, а? Какую ты беременность сюда приплела? Для чего, Аля? Женя на самом деле беременна. Ты что, правда залетела, что ли? Кто он? Вот это вот тебя не касается. Давай уходи. Давай, давай. Хотя бы на месяц раньше сообщили. Ой, мамина дочь, вся в тебя. Ходили мы к твоим родителям, Женя. Ну, что они сказали? А чё такой потерянный? 20 минут они вообще ничего не говорили. Молчали больше. Потом все как у людей. Лекарства, слезы туда-сюда. Отец прибить тебя хотел. Рвался сюда, мы не пустили. Если уж я тебя не тронул, то ему-то чего, верно? Верно. В общем, Женечка, ступай к родителям, они тебя ждут. Я представляю. Ладно, я пойду. Мама. Мама. Вообще уже. Какие они все-таки наглецы, а? Наделал делов, а ведет себя как... Ладно, мать, давай думать, как быть со свадьбой. Давай. Да. Пап, ты сначала на работе отпросись. А то свадьба без тебя будет. Эх ты, точно, мне же надо в 10 быть у шефа. Ну. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, пять. Ну что, сильно орал? Сильно. А потом успокоился. Да, мы ж с Патиссоном видели, как он с Алькиной маман к твоим предкам побежал. Ну что решили? Что дальше? Дальше? Дальше свадьба. Да. Ба-ба-ба-бам. Thank you.
красота неземная. Старались, Петр Матвеевич. Только как эту красоту делить будем? С кем делить? Как с кем? С городом? Фу. Ну, с городом. С городом, как всегда. 50 на 50, по справедливости. Земля-то чья? Земля городская. Поэтому извольте отдать городу половину ваших площадей. А немного будет городу половину наших площадей-то, а? Перестанешь трепаться по телефону? Я жду звонка. Извини, я тебе перезвоню. Что случилось? Почему ты кричишь? Я же сказала, я жду звонка. Да не огорчайтесь вы раньше времени. Вы знаете, у меня есть один многообещающий вариант. Многодетные долго ждать не могут. Сами понимаете. А сколько будете строить этот комплекс? Ну, год, два, три. А я вам предлагаю рассчитаться с городом прямо сегодня, практически сейчас. Метражом в другом районе, да? Понимает. Совершенно верно. А метраж-то сам есть, Петр Матвеевич? И метраж есть. Более того, есть у меня люди, которые построили дома, они, правда, раз в пять дешевле ваших. Там раньше свалка была. Сколько городу с вас причитается? Где-то половина, значит, 5000 квадратных метров, да. Вот у них как раз 5000 квадратных метров и есть. Район не очень престижный, первый этаж, но, знаете, друзья мои, кто 10 лет стоял в очередях, да промаялся в коммунальных квартирах, ой, тот и первому этажу-то будет несказанно рад. Секундочку. Смирнова ко мне. Кому? Ну, в кабинет к Андрею Анатольевичу. Ага. Да, прямо сейчас. А вы моим людям в своем дорогом комплексе передадите, скажем, ну не 50%, нет, а процентов 20. Вы знаете, друзья мои, никогда чужие деньги не считал, это как-то не в моих правилах, но полагаю, что 1 300 000 долларов вы на этом заработаете. Неплохо? Разрешите? Значит, смотри, ситуация такая. Есть изменения по проекту, завтра нужно будет все эти документы переоформить. Прошу прощения, Вадим Сергеевич, Андрей Анатольевич, я хотел просить 5 дней отпуска завтрашнего дня. А что случилось-то? Ну, дочка замуж выходит. Ну, колесо такое, сталые родственники, цветы, платья, ну, сами понимаете. Замечательно, замечательно, дочка замуж, мои поздравления. Слушай, Володь, нельзя со свадьбой как-то потом, а? Ну. Извините. Да, алло. Алло. Андрей, слышишь, это я. Да, слышу. Ну и какие новости? Новости? А ты что, разве еще не знаешь? Я выхожу замуж. Отец приходил к тебе? Да, я в курсе, мне уже доложили. Ну и ты ничего не хочешь мне сказать? Нет, ну в общем-то ничего, все понятно. Подожди, я замуж выхожу. У тебя что, нет возражений? Ну что-то, какие могут быть возражения? Никаких возражений. Ну так что насчет отпуска, Андрей Анатольевич?
Ну что ж, свадьба – дело святое. Ну, а с документами мы как-нибудь сами управимся. Правда, Вадик? Давай, Володь. Спасибо. Приглашение передадут, как только отпечатаем. Хорошо. Ну что, подводя итоги, схема, по-моему, замечательная. Значит, с вашей стороны нужны только документы, нотариально заверенные, с вашей подписью. Ну, правда, документы надо прокачать еще через все городские инстанции. Но я думаю, это не проблема. У меня есть деловые люди, они помогут. Так что жду ваши документы на этой неделе. Ну, братцы, конец недели – крайний срок. Так что поторопитесь. Я думаю, успеем. Да? Ну, всего доброго. Я надеюсь, что все успеем сделать, да? Петр Матвеевич. Надеюсь. Да? Надеюсь. Все, счастливо. Спасибо. До свидания. Ну что, какие впечатления? Впечатления переполняют. С какого начать? Мне кажется, все вкусно. Как ты? Что-то ты невеселая. Давно это у вас? Да. Мы с отцом даже ничего не знали. Вот как бывает. Ты его любишь? Ребенок ребеночком, но, может, не стоит торопиться со свадьбой. В конце концов, и так проживем. Я знаю, что делаю. Ты уверена, дочка? Ты слышала, что я сказала? Я хочу свадьбу. Да послушай меня, есть... Нет, нет, есть один вариант, но что-то он меня как-то напрягает. Сейчас, подожди секунду. Да, да, пусть войдет. Я перезвоню тебе. Замечательно выглядишь. Приглашение на свадьбу. А чего ж так напрягаться-то? Могла бы через отца передать. А почетным гостям я разношу сама. Я последний почетный гость. Ты прекрасно знаешь, что ты не последний, а первый. Знаешь, о свадьбе я узнал последним. И что это вдруг? Че, расстроился? Ну, как тебе сказать? Да. Здрасте. 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 Поздравляю. Спасибо. Андрюх, что происходит? А что происходит? А что происходит? Андрюх, я не понимаю, что ты тянешь? А что ты пыхтишь-то? Андрей, мне сейчас звонил Петр Матвеевич. И? Он орёт дурниной, понимаешь? Они уже оформили все свои квартиры. Ну? Нам завтра им передавать наши площади в нашем новом комплексе. Андрюх, мы нарвемся на проблемы, понимаешь? Он просто так это не оставит. Отойди. Напрягает меня. Понимаешь, напрягает. И эти квартиры помоечные, этот вариант какой-то поганый, хмырь этот твой. А ты раньше это сказать не мог? Дай. Ты раньше не мог сказать, Андрей? Ты что, рехнулся, что ли? Я думаю, что он уже столько зарейсов... Отойди! Да? Я думаю, что он стольник уже с этого проекта себе в карман положил, понимаешь? Он задавит нас, понимаешь? Он задавит. В понедельник юристы все проверят, я подпишу. Хорошо. Ну, блин, Андрей! Ну что, боль, заняться больше нечем, да? Я же тебя просил отойти. Да ну что такое? Ну несерьезно, понимаешь? Кофе мне! Прости, я не хотел. Мяу-мяу-мяу. О, вон Женька идет. О, жених, здорово!
Здорово. Здорово. Ну что, завтра погуляем? На свадьбе-то? Ну. Повеселимся. Ну, а после свадьбы поедем в Одессу, на маяк. Ребят, я не знаю. Алькины предки дали штуку баксов. И мы, наверное, поедем в Египет. О, Египет – это прикольно. Ой, мама, шикадам, шикадам. Да, говорил я, пацан, тебе, что женатых друзей не бывает. Одни мы с тобой поедем в Одессу. Один у нас с тобой друг остался. И тот Дизель. Да. Хотя Египет – это ничего. Может, там Альку арабы сопрут. Ага. А потом еще денег дадут, чтобы я ее обратно взял. Слышь, Жень, а как думаешь, на кого будет ребенок похож? На тебя или на нее? На меня вряд ли. Да ладно, не грусти, я тоже на маму похож. Да? А я думал, на соседа. Дурак ты, Дуреев. Любовью дорожить умеете. С годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет слякоть и пороша, ведь надо вместе жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Браво! Браво! Дорогие Аля и Женя, поздравляю вас с этим радостным днем. Помните, что с этого дня вы единое целое. Семейная жизнь – это большой труд. Не случайно муж и жена так и называются – супруги. То есть те, кто идут вместе, тянут одну упряжку. Пусть все невзгоды и радости у вас будут общими. Пусть ваши головы состарятся на одной подушке. Поздравляю вас! Горько! 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 Вот так мы не отдохнем никогда. Ага, это точно. Когда старые тетки на свадьбах стихи читают, просто ужас какой-то. Да так всегда. Женятся молодые, а отрываются молодой вот старики. Человек, тарелочку передайте, пожалуйста. Говорят, в США. Пожалуйста. На свадьбу голых баб приглашают. Ну, во-первых, не на свадьбу, а на мальчишник. Да, я тоже об этом читал. В тортики такие, да. Для того, чтобы нормально отдохнуть, во-первых, нужно всех этих бабок старых выгнать. А во-вторых, выпить что-нибудь. Да-да-да-да. Сейчас повеселимся. Мужики, можно секундочку? Смотри, я хочу молодым подарочек сейчас небольшой. А вы чем занимаетесь? Я студент. Учусь в одном из московских вузов. Что вы говорите? Это самый интеллигентный человек. Спасибо. Внимание! С мыса Канаверал запущена ракета по Москве! Но мои не дремлят! От винта! Первый пошел! Второй пошел! Третий пошел! Четвертый пошел! Пятый пошел! Шестой пошел! Let's go.
Добрый вечер. Сок, водичку, кофе, чай? Чай. Чай черный, зеленый, ромашечка, бергамотик. Зеленый можно сделать жасмином или просто будет зеленым. С бергамотиком и с коньячком. Хорошо. Парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Не могу. А вот и Андрей Анатольевич. Добрый вечер. Я вас поздравляю. Спасибо. Андрей Анатольевич, спасибо. Это мои молодые. А это мой начальник, Андрей Анатольевич. Очень приятно. Мне тоже. Кстати, он презентовал путевки в Египет. А мы с мамой так на карманные расходы. Так что поедете в Египет. Да. Там мумии, фараоны, хеопсы, пирамиды всякие. Об этом и не мечтали. Спасибо вам за подарок. Да что, что? А не страшно, если мы деньгами возьмем? Мы с ребятами едем отдыхать. Куда это вы собрались? Жень, куда мы едем? А, в Одессу. В Одессу мы завтра утром выезжаем. Андрей Анатольевич, куда? А чай? У жены голова болит. Пожалуй, мы домой поедем. Бай-бай. Еще раз поздравляю. До свидания. Ох. Жаль, конечно, даже чаю не попил. Пойдем, дочка. Оса влипла. Тянет на сладенькое. Уходи, я буду раздеваться. Ты слышал, что я сказала? Ты что, здесь спать собираешься? Ну, а где же? Не за дверью же на коврике. Нашла дворнягу. А ну-ка, пошел вон отсюда. Я сказала, пошел вон отсюда, Женя. Успокойся.
Счастья вам, новобрачные. Любовь не вздохи на скамейке. У меня голова болит от этой свадьбы. Там было так накурено. Шум, гам. Совсем забыла тебе сказать. Позавчера звонил Бурсуков. Приглашает к себе на воскресенье. Он снял для своей новой жены клип где-то в Таиланде. А-ля бумс-бумс. Yeah. А-ля бумс-бумс. В общем, ждет нас на премьеру. Не знаю, я сказала, что ты не можешь. И вообще там вся будет эта розово-голубая тусовка. Ты же знаешь, мне эти цвета не идут. Правда? Тем более общаться с его женой. Мне вообще бывает с ней страшно сидеть. Она вкачала в себя такое количество силикона, что мне кажется, когда она сидит возле батареи, она растает, как Снегурочка-дурочка. Вот. Ты меня слушаешь? Я буду очень рада за Барсукова, если она родит ему ребенка. Но мне кажется, у них ни хрена не получится. Собственно, как и у нас с тобой. Такой вот бумс-бумс. И вообще, когда человек разводится со своей старой женой и женится на молодой, у него весь мир меняется. Многие друзья могут от него отвернуться. Все это я сказала Барсукову. Не знаю, понял он или нет. Мне кажется, понял. Консервочки. Какие консервы, Патиссон? Я их в магазине специально купил. Да какие магазины? Мы с тобой в кафе будем есть. Ты чё? Сейчас на дорогах полно кафе и ресторанов.
Так, рестораны – это одно. Консервы – совершенно другое. Дорога – это цепь неожиданностей. На. А, еще гитара. Не-не-не, в баню со своей гитарой. Она там испортится. Не испортится. Здрасте. 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 Ну, осторожней в дороге. Ну, давай, Жень. Угу. Спасибо. И смотри, не хулигань там. Ноги и спину держи в тепле. Да, Жень, как вы беретесь, обязательно. Купайся осторожно. Если будет тошнить, то я в машину положила фрукты. Хорошо, мам, я поняла. Ты поняла, да? Хорошо, хорошо. Если ноги сведет, не бойся, это все нормально. Я знаю. Ой, мама, она взрослая девочка. Ну, давай, Лиза. Че, папулечка? Пока, пока, дорогой. Когда едешь, обязательно позвони. Мам, ты дорогой зайчик. Пока. Ой, Татьяна Ивановна, дизель, дизель. Дизелек не хочет. Прощай, прощай. Да. Ну, все, пока. Ну, все, пока, пока, пока. Береги ее, ладно? Ой, подождите, подождите. Прикольные? Пошло. Убери. Пока. Все, пока. Всего доброго, до счастливо. Пока, счастливо. Вы там поаккуратнее. Да-да. Пошли. Пошли. Чайку попьем. Попьем. Да, Маня? Все? Не все. Могу продолжать? Я слушаю. Андрюх, давай закончим вот эти вот все нравится, не нравится. Угу. Юристы документы подготовили. Угу. Ты сейчас просматриваешь, угу. Подписываешь. Угу. И едешь отдыхать. Угу. Да? Угу. Только я тебя прошу, сиди здесь и никуда не уходи, окей? Угу. Ничего не сказал. Просто собрал вещи и уехал. Жена будет звонить, что отвечать, что он на объекте? Да, на объекте. В Тверской области или дальше? В Тверской, в Тверской. Чуть ближе. Я в твой приват срываюсь, в тебя я отпускаюсь. Сделала бы все для тебя. Я сделала бы все для тебя. Ну
подаренным. Я улицы гадаю, и где тебя найти? По беззащитности, плечом к плечу нам нравится. Кому какая разница? Аля, Аля, тебе нельзя курить. Отвали от меня. Аля, брось сигарету. Как же вы меня все достали, а? Ты понимаешь, что меня тошнит от всего этого? Тошнит от беременности, тошнит от тебя, от родителей и от этой гребаной свадьбы. Ты что думаешь, я ее хотела, что ли? Нет, Жень. Оставь меня в покое. Аль, ты что, не понимаешь, это вредно для ребенка? А ты-то что так беспокоишься? Он что, твой, что ли? Жень! Женя! Остановка! Личному составу оправиться. Ну чё, и куда они подевались? Ладно, мальчики налево, девочки направо. Ты куда полез, мальчик? Где ты был, мальчик, когда я был мальчиком? Там же, где и ты, в песочнице. Да. У тебя что, головы на плечах, что ли, нет? Ну ты-то куда попёрся? У людей медовый месяц. Тебя только там и не хватало. Ладно, не дурак, понял. Слушай, я вот думаю, может, мне тоже замуж выйти? Конечно. Давай. Самое время. Положение в обществе, возраст, чувства. Найдем тебе парнишку хорошего, да и свадебку сыграем. Ой, вот это любовь, а? Любовь. Не вздохи на скамейке.
и не прощанье при луне. Тарарарарарарара, тарарарарарарара. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко прожить. Ой, поэт, ты закончил? В принципе, да. Тогда поехали. Заводи. Трогай прямо. Не командуй. Пойдем. Не пойду. Пусти. Три часа, полет нормальный. Алло, штурман, не спать. Во-первых, я не сплю. Во-вторых, я не штурман. Да и в-третьих, я не штурман. Я по другой части, понимаешь? Угу. Бомбу умную сконструировать, ну, ракетку там на крайний случай разобрать. Это да. А штурман? Штурман у Вальки, в смысле, у Женьки в машине. Ага, а на кого угодно завезет. Да. Ты про полк «Ночные ведьмы» слышал? Вроде слышал. Гроза фашистов. Я не понял, что, карту Вальки Женьки, что ли? Ну, не у меня ж, Патисон. Во, попали. Да. Ну, давай, показывай дорогу. Так. Спокойствие и только спокойствие. Налево пойдешь. Коня потеряешь. Направо голову сложишь? Да. Здесь как раз две дороги, как в сказке. Так. Развилка, так? Так. Через 22 километра ресторан, так? Так. Сворачивай налево, там разберемся. И впредь попрошу, по пустякам не беспокоить.
Аль, посмотри, куда ехать. Ну и куда? Направо. Поехали. Красота! Поле, русское поле, светит луна. А мы это поле описали. Ну? Ну и чего? И куда ты меня завез? Что значит куда? Я все правильно говорил, нам на эту дорогу надо было. Угу. Все не в ногу, один ты и в ногу. И где нам теперь Алю с Женей искать, неизвестно. Так, спокойно, спокойно. Они что, не могут, могут задержаться где-нибудь? У людей медовый месяц. Они задерживаются на полтора часа, ты понимаешь? У людей недавно была свадьба. Угу. Они любят друг друга. Угу. Они могли где-нибудь просто отдохнуть. Да. Угу. Да. Угу. На полтора часа могли где-нибудь просто отдохнуть. Может, ты как бабка старая. Полтора часа. Ты на себя посмотри. На себя ты посмотри. Все, отстань. Что мы теперь делать будем? Неизвестно. Сушки сушить, вот что мы будем делать. Если такой нервный, возьми да позвони. Вот единственное правильное решение, ой, которое ладно, ты мог предложить за целый день. Давай. Нет связи, в этой дыре нет связи, понимаешь? Я понимаю, что нет связи, нет. Мозгов тоже нет. Поехали, все, я не могу больше на тебя нервы свои тратить. Связи нет, связи нет. У меня нервные клетки тоже не восстанавливаются. Она сейчас придет, меня сейчас удавит здесь, понимаешь? Все по твоей милости. Что ты разорался? А ты что не понимаешь? Понимаешь, мы в полной этой, как... Скажи на объекте в Тверской области. Приеду, перезвоню. Все, пока. Алло! Алло! Что-то мы куда-то не туда заехали. Ну что? Жень, ну не умею я по карте. Ну а что тогда? Направо, направо. Ну ты ж попросил. А у меня этот топографический идиотизм, папа говорит. Папа говорит. А раньше не мог сказать, взял коллегу. Mm-hmm.
тебе должен авторитет заявить. Авторитет? А заявляй, давай, заявляй. Тебе идиот. Слушай, не на базаре, а, не на базаре. Я бы попросил аккуратнее выражать. Во-первых, а во-вторых, потому что они поедут не по этой дороге, а назад. Я тебе барану 300 раз объяснил, что не должен был ехать. По этой. Я тебе говорю, не по этой другой, а по другой дороге нужно было ехать. Это технически тут не изменить. Конечно, конечно, у тебя все не так, понимаешь? Все у тебя не так. Один ты, один ты, как я прав. Ты безнадежный. Что, совсем что ли обалдели, алло? Знакомые на дороге себе. Хорошая примета. Че, мужики, не слушай, узнали? Кажется, мужик со свадьбы. Помнишь? Здрасте, а мы вас и не здорово. Узнали. Привет. Ой. Пардон, извините, дорога плохая. Напарник идиот. Слово, не обращайте внимания. Понимаете, Мальку Женька потеряли на дороге. Они должны были нас обогнать, и вот что-то потерялись. Посмотреть можно аппарат? Можно посмотреть. А где друзей-то потеряли? Да они в лесочке где-то остановились. На часа полтора, может, два. Вы знаете, медовый месяц. Изучают пестики, тычинки. Скоро приедут. Тычинки, говоришь? Вещь, аппарат. Умно. Ну-ка, дай. Не понял. Поехали. Поехали, поехали. Чувствует мое сердце, что что-то здесь не так. Давай, поехали. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Ох, отлично. Что случилось-то? Да ничего, все нормально. Ну что, кто кого потерял? Мы вас или вы нас? Ребят, это я облажался, я просто не туда ври, свернул. Это я не туда показала. Ну ладно, не ссорьтесь. Мы пока вас ждали, нас мужик ваш знакомый обогнал. Какой? Ну такой, на джипе. Ну, в общем. Ну понятно, что не на косе. Что за мужик? Старый такой, ну лет 40. Ну, на свадьбе он еще был, помните, за женой своей приезжал. Ну она еще у вас на свадьбе так назюзюкалась. А, да. А как звали, не помнишь? Он не представился. С машиной все в порядке? Порядок. Не стучит? Да нет. Смотри, у меня. Ну что, Жень, поехали? Поехали, поехали. Давай, мы за вами. Колян, давай. Давай, давай. Говорил, не стучит. Тоже мне. Ой. Понасажают всяких за руль непрофессионалов. Ну давай, трогай. Ба-ба-ба-бам. Ба-ба-ба-бам. Здрасте. Добрый день. Добрый капитан день. Капитан Марков. Очень приятно. Ваши документы. Права и техпаспорт. Пожалуйста. Не понял, командир, за что? Мы даже не ехали, мы на месте стояли. Ваш товарищ интересуется. Объясняю. Вы проехали на красный сигнал светофора. Жень, что ты сидишь? А что я могу сделать? Ты вообще хоть что-нибудь можешь сделать? Могу. Капитан, в чем дело-то, а? Что, ты уж погоны нацепил, все можно? Не ты, а вы. Че ты, ребят, документы отнял? А ну-ка, тихо. А? Тихо, я сказал. Так, предъявика свои документы. Мои документы, да? Мои? На, подавись. Очень хорошо. Проследуем. Молодец. Что такое, не пойму. Герой. Это все, на что ты способен? Нет, не все. Карту убери. Поехали. Да,
Ждите здесь. Да-да-да-да. Мент-то проголодался. Да. А нас платить заставит. Добрый день. Здорово. Ну чё, я как всегда прав. Без штрафа не соскочим. Не, слушай, ну куда нас повел, а? Сиди здесь, без тебя разберем. Да, сейчас. Вот если бы у меня было пузо, нас бы с вами без штрафа отпустили бы. Да уж. Ну? Как заказывали? Спасибо, капитан. Добрый день. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Извините за невинную шутку. Очень не люблю обедать один. Вот решил вас пригласить. Проходите, присаживайтесь, располагайтесь, угощайтесь, ешьте, пейте. Удачное решение. А вот у меня другая идея возникла. А что, если нам взять всем и поехать вместе путешествовать, а потом всем и пожениться? Как вы думаете? Патисон, не хами, а? А что, спросить, что ли, нельзя? Бутылочку воды в машину, пожалуйста. Да. Слушайте, во силу, а? Ну, простите, в ресторане никогда не был. В ресторанах. Нас на свадьбу приглашали, так да, что вы не беспокойтесь. Это мы заметили. Угу. Насколько я помню, мои. Угу. Да? А какие факультеты? Разные. У Патисона вот, например, факультет летательный. Я оружейщик. Оружейщик? Да. Это серьезно? Да нет, это не серьезно. Вот Женька, у него двигатель, это серьезно, а я… Да брось-то. Да ладно, не скромничай, а. Ну, а вы что заканчивали? Ничего общего с вами. Строительный. Ну да, ничего общего. А этот сопромат? Сопромат – это навсегда, это на всю жизнь. У нас говорили, кто сдал сопромат, тот уже может жениться. Сопромат укладывается в две аксиомы и одну теорему. Аксиома первая – всякое сопротивление временно. Правильно. Аксиома вторая – принцип сложного сечения. Точно. Где тонко, там и рвется. Отлично. Ну, а теорема? А теорема… Теорема… Подожди. Черт, забыл. Нет, я тоже не знаю. О моменте пары сил. Точно. Была бы пара, а момент найдется. Ой, Женька. Что такое? Слушай, у меня ногу свело. Наверное, от нехватки калия. Ну, во-первых, не калия, а кальция. Тихо, тихо. Разомни, пожалуйста. Здесь. Разогни. Вот. А вы работать приехали или отдыхать? Ой! Тихо. Чего ты орешь? Что такое? Жень, ну щекотно, аккуратней, пожалуйста. Ну, потерпи. Я не могу терпеть. По делам, по делам. Но дорога есть дорога. Едешь, отдыхаешь, масса впечатлений, масса. Да. Это точно. Ну что, мужики? По 50? О, это удачное предложение. Вы что, с ума сошли по 50? А вы что? За рулем, ребят. Да ладно вам, а что? Собирайтесь, поехали. Аля. Что, Аля? Я сказала, собираемся и поехали. Что ты на меня смотришь? Слышишь, что я сказала? Аль, ну… Поехали. Строгалась, поднимайся, девушка. Сколько с нас? Я заплачу. Артурий. Самвелу Купчу большой привет. Спасибо. Вам спасибо. Пойдем. Бутылочка пойдет в еду. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Можно я поведу вашу машину? Да ради бога. Ты не против?
Открыто. Значит так, коробка механическая. Колян, пойдем. Это первая, это вторая, это третья. Слушай, не надо мне объяснять, как идиотки. Ты скажи, куда нажать, чтобы поехать. Извини. Поехали. Во, петлю ржас дала. Да. Расколоть-то на ему тачку, к бабке не ходи. Ладно, не гунди. У них своя машина, у нас своя. Заводи, поехали. Ладно, далеко не уйдут. Догоним. Да. Чуть помедленнее, эта скорость не для тебя пока. Зачем ты сюда приехал? Я же сказал, по делам. Врешь! А знаешь, зачем спрашиваешь? Я хочу, чтобы ты сам это сказал. Зачем ты сюда приехал? Аля, можно помедленнее? Помедленнее ехать или помедленнее говорить? Зачем? Я прошу тебя, можно потише? Потише ехать или потише говорить? Я спрашиваю тебя, зачем? Ты идиот, я поэтому и приехал. Все. Да тормози ты! Ну что, доездилась малолетка несчастная? Почему же несчастная? Очень даже счастливая, господин старпер. Очень остроумно. Смотри, команда «Ух» твоя едет. Аля! Что случилось? Нормально все, не ори. Ну что, живы? Ну вы-то куда смотрели? Женя, ты не твое дело, ты понял? Целы, целы. Аля, пойдем со мной в машину. Отстань меня. Аля. Да, мужики, вытащить надо. Ага, вытащить, две тонны. Да ладно, два моста вывезет. Не вывезет. Оль, давай за тросом. Патисон, побежали, Женька, пошли в машину. Давай, давай, только быстро. Быстро, быстро, как получится. Ну пойдем поговорим. Ну что, ты меня спрашивала, зачем я сюда приехал? Я тебе скажу. Я тебе скажу. Потому что ты меня об этом просила. Давай, давай, давай! Скажи. Давай, 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 стоп, 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 все! Давай, крепи! Креплю. Ну что, скрепил? Закрепишь? Ага. Все, скрепил? Готово. Давай, тащи. Посмотри мне в глаза. Ну, посмотри, посмотри. Скажи что-нибудь.
Можешь не отвечать, я и сам все знаю. Знаю, что было, знаю, что будет, и знаю, чем все это закончится. Хочешь, скажу, что будет? А? Я сама все знаю. Ну-ну. Шустрый он у тебя. Далеко пойдет. Ну давай, что ты медлишь, быстрее! Залезай, залезай. Здравствуйте, Инга Сергеевна. Я перезвоню тебе. Где он? На объекте. Да я все понимаю, Петр Матвеевич. Не знаю, не могу его найти. На телефоне автоответчик. Да и я сразу перезвоню. А? Хорошо. Да. А? Да вы, главное, не волнуйтесь. Ага. Хорошо. Угу. Да. Привет, моя сестреночка. Ты сказал, он едет? Угу. Ну и откуда он едет? Едет он с объекта, с дальнего, а может быть, с неопознанно летающего. Ну и когда он будет? Ты не забывай, что я твоя сестра. И благодаря мне ты получил здесь место и долю. Сколько я ждала, пока вы получили первый заказ? Что, подняли денег и начали тратить их на баб, да? Прекрати, пожалуйста. Что тратить? На каких баб? Что, ты думаешь, есть женщины, которые не понимают, что им изменяют? Что ты предлагаешь, а? Что я тебе рассказывал о каждом похождении, что ли? Ты в своем уме? Кто она? С кем он, скажи мне? У него мобильный телефон не отвечает. Какой у него номер? Я не знаю. Скажи мне, ты меня знаешь. Лучше скажи мне! Вон отсюда! Инночка, я тебя прошу, столько всяких проблем. Давай не сейчас, а? Давай не будем вот этого начинать. Не надо, лучше сейчас, я сказала. Лучше сейчас! Я сказала, лучше сейчас! Мой брат скотина. Кать, тетя Маша, пришли ко мне. С пылесосом. Заруливайте, я вам номера снял. Да нет, вы знаете, у нас палатки в багажнике. А зачем в палатке спать? А почем здесь места? Ой, чего ты так волнуешься? Ребят, все оплачено. Неудобно давай. Как? Давайте, закатывайте. Поехали. Да поехали.
Ты чего? А я это, думал, что это кто-нибудь там. Того. Того. Вылезай давай, моя очередь. Придурок. Слушай, ведь неудобно получается, Андрей все время за нас платит. Но если он дальше с нами поедет, я не знаю, что будет. Жень, ничего не будет. Потому что никто, никуда, ни с кем дальше не поедет. Почему никто никуда не поедет? Жень, скажи честно, ты действительно так ничего и не понял? А что? Андрей, отец ребенка, которого я жду. Он приехал за мной. Андрей, отец твоего ребенка? Да. Женя, ухожу к нему. Видишь, все закончилось гораздо быстрее, чем прошли эти 2 недели. Так значит, ты все сделала специально, чтобы он за тобой вернулся? И свадьба наша была только повод для этого? Жень, ты не представляешь, сколько я этого ждала. Аль, что ты делаешь? Аль, уходи. Пожалуйста, уходи. Хорошо, я уйду. Только ты прости меня, Жень, пожалуйста. Аль, просто уходи и все. Хорошо, прости. Алло, Андрей. Алло! Алло! Ты что творишь, а? Ты что творишь, Андрей? У тебя совсем крышу сорвалось за твоей бабы, а? У тебя голова есть на плечах? Ко мне Инга приходила. Между прочим, твоя жена, моя сестра, она здесь пол офиса мне разнесла. Ты соображаешь, что ты делаешь? Ты станешь, да поставь сюда! Ты нищим станешь, понимаешь, ты будешь нищим, ты бомжом будешь. По буквам читать будешь. Бомж! Б-О-М-Ж! Вадик, что ты меня пугаешь, а? Ты не понимаешь людей, с которыми мы связались. Ты не понимаешь, что это за люди. Ты не понимаешь. Да прекрати орать. Вадим, я приеду, сказал. Я приеду. Мы во всем разберемся. Вадик, не ори. У тебя головы нет совсем на плечах. Это люди, которые с мигалками на крышах, с большими, блин, цветными лампочками. Не пугай меня этими лампочками. Я просто... Перезвоню. Алло! Я хочу, чтобы ты уехал. Ты только это мне пришла сказать? Да.
Аль. Пусти меня. Аль. Пусти меня, слышишь? Аль. Слушай, Алька, так пить охота. А в этой дыре даже холодильник. Скажи, тебе никогда не бывает стыдно? Ты о чем? Ну, ребята же тебе в рот смотрят. Вытащили твою машину, а ты... Ну, если ты такая правильная, пойди. Пойди расскажи, кто есть кто. Жене пойди расскажи. Женя уже все знает. Я ему рассказала. Так. И что у нас Женя знает? Все. Что ты приехал за мной. Что ты отец моего ребенка. Что я ухожу к тебе. И что ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж. Что молчишь? Я задала тебе вопрос. Аля. Что, Аля? Мне кажется, что с женитьбой ты несколько поторопилась. Что ты сказал? Я сказал, что ты с женитьбой поторопилась. И помнишь, мы с тобой там разговаривали? И я тебе сказал, что я знаю, что будет. Так вот, это ты ко мне пришла. Да? Да. А помнишь, я тебе сказала, что я сама знаю, что будет. А сейчас я пришла тебе сказать, чтобы ты уезжал отсюда. Аля. Потому что больше нет тебя, нет меня, нет ребенка, и тебя я ненавижу. Ой, добрый вечер. Девчонки, знакомьтесь, это Колян. Колян, и ты тоже знакомься. Это Наташа, а это Маша. Николай. Наташа. Как в песне? Умолк. Это рок-н-ролл, детка.
похожим на то, что мы так можем. Расслаблю на мгновенье себя на преступление, лаская мякоть вишен и языком чуть ближе. Ехали бы уже, мужчина. В тебя я отпускаюсь. Я сделала бы все для тебя. Я сделала бы все для тебя. Феерически. Ну а ты? Меня вот другое волнует. Что? Алька с Женей куда-то делись. И Андрея нет. Ну тачки-то на месте. Да нет, я сейчас шел, ни Волги, ни джипа нет. Как нет? Так нет. Начинается. Ну куда они могли опять деться? А я-то откуда знаю? Да, вот те дорожные приключения. Тебе не кажется, сваливать отсюда надо? Куда? Куда наметили? Ну, они как? А это уже их проблемы. Давай собираться. Ну, чё ты сидишь? Поехали. Зачем их искать? Не, ну они и раньше терялись, но не в таких же количествах. А тут трое сразу, как коровы языком. Дедуля! Дедуль! Это не дедуля, это бабуля. Да. Можно вас на минуточку? Да. Вы не видели? Мы с товарищем друзей потеряли на большой такой машине. Ландкраузер, что ли? Внедорожник? Да. Большая машина. О, деревня. Ну, были такие. Всю ночь спать не давали. Значит так. Эти двое на 21-й Волге уехали в 2:20 ночи. А мужик на джипе под утро. Мордовался он у меня тут всю ночь. То хочет ехать в машину сядет, посидит, то идет к себе в номер.
А потом утром вылетел, как из пушки. В машину сиганул и понесся. Хорошо ворота не снес. Понятно. Так вот. Ну все. Компания в конец распалась. Это виллы. Поехали. Счастливой дороги. Поехали, Колян. Давай, давай, давай. Спасибо. Сынок, покупай груши. Почем? Ну вот, все ведро 20. Все? Все ведро? Ну, давайте. На, держи. Пошли. Держи. Да, держи. Все, надо. Молодой человек, молодой человек, возьми. А, на здоровье. Не порвется. Да нет, крепкий. Да картошка есть. Вот. Кушаем, здоровье. Спасибо. Пожалуйста. Девушку угости. Хорошо. Здорово, бабульки. Покупай груши, сынок.
Тут молодые не проезжали? Проезжали. Куда поехали? Туда. Да в обратно. Так туда или туда? Куда? Туда. Туда поехали. Да куда ты? Дай, пожалуйста, пирожочек. Спасибо. Пожалуйста. О, это ж надо. Тебе. Я еду. Вадим, приеду, когда приеду. Я же сказал, подпишу. Ты на что? Приеду, подпишу. Хватит мне звонить. Я сказал, хватит мне звонить! Одни в одну сторону, другие в другую. Что делать-то будем, Колян? Откуда я знаю? Не нравится все мне это. Не нравится. Я вот что думаю. Он что, за нами будет гоняться до самого маяка, что ли? А бог его знает. Да не должен. Понимаешь, Патиссон, он нас просто развел. Ну, как щенков каких-то, понимаешь, с этим кемпингом, с этим рестораном. Просто как дураков каких-то. Бесплатный сыр, Колян, бывает только в мышеловке. Да, ты прав. Патиссонио, сейчас направо. Поехали направо. Да. Держи.
Вадим Сергеевич, вот фотографии со свадьбы я отобрал, где молодые и несколько общих. Молодец, фотограф. Хорошо поработал. Клево. Они отправились отдыхать. Наверное, уже доехали. Слушай, а где они у тебя там останавливаются-то? Они останавливаются у смотрителя маяка. Хм. На маяке? Здорово. Такой чудный старик. Прям... Я потом обязательно посмотрю, Володь, ладно? Сейчас занят. Угу. Будьте добры, Петр Матвеевич. Вадим. Угу. Почему ты уехала? Не твое дело. Я спрашиваю, почему ты уехала? Я уехала со своим мужем. Какой он тебе муж? Знаешь, ты просто никому ничего не можешь отдать. Никому и ничего. Сиди, дура! Я не дура! Я замужняя женщина, и, между прочим, не твоя! Ты солгала, что у тебя от меня не будет ребенка? Я сказала, это не твое дело! Я спрашиваю, солгала? А я сказала, не твое дело. Нет, ты мне ответишь. Черт, бензин! Аля!
Ребятки, кружки, голубчик, попробуй. Ну? Ну, иди сюда, попробуй. Иди сюда, что встал? Да иду, иду. Ну, голубчик, попробуй, отведай. Давайте. И ты-ка отведай игрушку-то, а то еще похудеешь. Не, не такие. Ну? А у вас есть такие, ну, как, знаете, шершавые кожи? Ну, когда их жуешь, сок течет. Дюшес, что ли? Ага, дюшес. Или конференция. Чего конференция? Ой, есть такой сорт груши, конференция. Не знаю, конференция, не конференция. Мне нужны такие, которые, ну, когда жуешь, сок течет. Вот такие хочу. А дизентерию ты не хочешь? Немытые фрукты на дороге жрать. Ты что, хочешь, чтобы мы 20 раз останавливались? Кусты тебе искали на дороге. Мне ничего не будет. Как говорится, старая русская пословица, доброй свинье все нипочем. Только-только продала груши-то ваши. Ну вот, подъехали молодые, ну вот, купили, заплатили, ну и поехали на старой машине. Старой машине? Угу. На Волге, что ли? Да, да, вот. Там с ним еще была девка одна, но она была такая грустная, ну даже печальная была. Ну вот, парень взял, купил груши и поехал. А тут подъезжает какой-то крутой, да на своей машине такой, и говорит: а ну куда, говорит, тетка, они поехали. А я говорю: вон туда. Так, бабуль, тихо-тихо, конкретно туда, говорю, куда поехали? Туда поехали. Спасибо. Он как услышал, да как взвился, вскочил в машину, как сумасшедший взвился. Ох мой, взвился. Слушай, это дело не для слабых умов. Я офигею. Гонки какие-то устроили. Поехали. Поехали. Ветро целое. Да корзину забыли. Ой, а груши-то? Всего доброго. До свидания. Помогите, а? Забудь. Давай, подтолкните, давай, пожалуйста. Могу. Так, бабульки, ой, подтолкните. Ой, давай, давай. Раз, ой, два, ой, три. Поехали. Вперед. Здорово, мужик. Здорово. Бензин есть? Бензина нет, шланга нет, канистры нет, ничего нет. Ключи давай. Какие ключи? От машины. От какой машины? От твоей. Ты чё? Давай, 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 давай. Значит, давай, давай. Давай, давай, давай. Не понял. Ты чё? Ты чё? Ты чё, обалдел, что ли? Эти в залог возьми. Так... А если её поцарапаешь? Я тебе новую куплю. Он взял мою машину и уехал. Давно? Минут 10. А вы кто? А я хозяин другой машины. Фамилия ваша как? Конорезов. Вот Конорезов. И фамилия у вас такая преступная. Надо в милицию ехать. Ну, зачем в милицию? Поехали в милицию, мы не знаем, где хозяин. Ну, хозяин, я же сказал, в моей машине улетел куда-то. А что это, мы вам верить, что ли, должны? Знаете, сколько в газету пишут? Ну, бак пустой. Ребята, посмотрите. Оставил заправить. Вот и все, а сам. Давно уехал? Да минут 10. Вы догоните его. Ну, смотри, если врешь. Мы же вернемся. Колян, поехали. Конорезов, свинорезов. Зарежем к чертям, если врешь. Вот увидишь, попомнишь меня. Поехали, поехали, поехали. Подтолкну бы, что стоишь. Ну давай, разверни его. Что варишь, что раскрыл? Подтолкни. Все, поехали, поехали, Колян. Поехали. Смотри, у меня Конорезов. Нам до перекрестка успеть. Там повернем. Боже мой, как же вы мне оба надоели.
Что за идиот там, а? Ну давай обгоняй уже, чайник. Это он! Да что ж ты делаешь-то? Забросить небольшой резиновый предмет в ворота противника. А для достижения цели, как известно, все средства хороши. Но играют по-разному. Силовая борьба у борта. Игра высоко поднятой клюшкой. Задержка соперника клюшкой. Но за это существует система штрафов. И основное. Удаление игрока с поля. И запомни раз и навсегда, в хоккей играют настоящие мужики. Вам что, обоим голову, что ли, снесло? Ты жив, все нормально? Нормально. Что произошло? Все в порядке. Дялька-то? Не знаю. Аля! Аля, выходи, это я! Аля! Женька, это он тебя так? Не, Коля с Патиссона. Пойдем. Жень, скажи, а почему ты меня не пошел искать? Тебе все равно, что со мной будет, да? Где тебя искать, в лесу, что ли? Ты же прячешься, как мышь. Зато ты влезаешь раньше всех. Поехали. Thank you.
Какой шашлычок? Есть бараний шашлык. О, баранинку. Присаживайтесь, сделаем. Спасибо. Сейчас шашлычок из баранинки поедим. Ну, и чего вы сидите, как на похоронах? Никто не помер, все живы. Слава Богу. Вот именно. Правда, надо еще границу пересечь. Ну, из сложной ситуации всегда можно найти выход. Да. Какой? Пока не знаю. Надо что-нибудь придумать. Угу. Ребят, вы знаете, мне кажется, он нас там ждать будет. Ну, или, по крайней мере, догнать попытается. Там, знаете, какая очередь? Часа три. А то и все шесть просидеть можно. Ребят, надо что-то делать. Выкрутимся. О, Колян, смотри, наш старый душегуб приехал. Сидите, сидите. Тихо. Это наш старый знакомый. Просим к нашему столу. Доброго здоровья! Здрасте, здрасте! Приятного вам аппетита! Здрасте! Благодарствуйте, как сами! Вашими молитвами шея почти не болит. Хорошо. О, это хорошо. Я смотрю, в бизнес ударились. С джипов уже на грузовики пересели. А вы все шутите. А, кстати, тот мужик, ну, который я рассказывал, который машину мою забрал, разбил ее, врезался, говорит, в кого-то, весь передок в лоскуты. А мне-то что? Мне наоборот повезло. Он, как и обещал, отдал деньгами. Широкой души человек. Что в наше время редкость. А, это он молодец. А сам-то он куда поехал? Границы. Догнать кого-то не можно. Границы? Угу. Кстати, насчет границы. Нам бы нужно, как сказать, границу перейти. Только окольными путями. Там, говорят, очередь очень большая. Часа 3-4. Ну, неудобно. Женщина, 4 часа очередь. Вы местный? Знаете, наверное, все тропки, дорожки? Нет, сам я ничего не знаю. Слыхал, мужики ездят. А куда, зачем, как? Вообще не знаю. Как вы говорите, ваше имя, отчество? Ну, Юрий Дмитриевич. Юрий Дмитриевич, можно вас? А деньги есть? Ну, посмотри. Договоримся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне не надо. Юрий Дмитриевич, ну давайте. А? По рукам? Тронулись? Так, все, погоним. Все, поехали, поехали. Это… Чего это за надпись? Уважаемый Юрий Дмитриевич, здесь написано, что некоторые люди слишком стары для рок-н-ролла и слишком молоды, чтобы умереть. Пойдемте. Куда вы? Давайте, сейчас, давайте, сейчас. Давайте. Езжай. Стой. Езжай без меня. Ножки, ножки, подберите ножки. Молодой человек, давай вперед. Вы доедете, вот доедете. Садитесь. Давай. Давай там, уже встретимся. Хорошо, Юрий Дмитриевич, хорошо. Быстрее давай. Езжай. Значит, вон за тем холмом уже Украина. Вы этой дороги так и держитесь. Она будет сворачивать потом налево, ну и через полчаса там будете. Мы этой дорогой все увозим. Что с России в Украину, что с Украины в Россию. А то на таможне очередь на полдня. Ну и к свиням. Вам самому-то ничего передать не надо? Чего? Ну, оружие, наркотики. Ну, предметы искусства. Не, не надо. Ребят, ну вы чего? Слушайте, какой интеллигентный человек. Даже денег не взял. Да. А деньги? Деньги.
И это все? Все, все, все. Спасибо большое. Не благодарите. Дай бог вам здоровья. Всего доброго. Спасибо. Ну что? До свидания. Поехали. Спасибо. Поехали. Ребят, давай. Поехали. Вы давайте вперед, я за вами. Давай. Ребят, езжайте. Я догоню. Хорошо? Жень, далеко еще до маяка? Ну, я думаю, Колька и Патиссон уже к утру будут, а мы днем догоним. Попробуй еще. С уловом? Спасибо. Встал, чтоб его. Давайте помогу, я в двигателях разбираюсь. А, ну давай, залезай, рыбкой рассчитаемся. Что за рыбка у вас? Вкусненькая. Вкусненькая, это хорошо. Так. А, это здесь, так. Ключ на 14 дайте. Держи. Угу. Грязно, что-то у вас тут. Ну ничего, масло подтекает. Чистить надо. Жиклер можно. Ну-ка. Ну вот, все. Приходите к нам. Ухи похлебаем. Ладно, придем. Спасибо. Хороший у тебя парень. Хороший. Да. Видал, как? Жень, простишь меня? За что? За все. Я всегда была тебе только головной болью. Ну, не только. Жень, я не жду никакого ребенка. И никогда не ждала. Я спать. Погоди, погоди. Да. Вот сейчас устала. Все, Андрей Анатольевич, скоро будет. Я с ним сегодня созвонился, и он закончил свои дела. И к вечеру будет в Москве. Вечером. Ну что ж, вечером это прекрасно. Вы знаете, мой друг, с некоторых пор я утратил доверие к вам. То есть я вам вообще не верю. Ну, зачем так сразу не верить? Не сразу, не сразу. Вы сколько дней морочите мне голову? Ну, я же объясняю. Ну, просто срочные дела за городом, и он резко покинул Москву. Мой друг, а никому никаких объяснений не нужно. Вы взяли на себя эти обязательства, и либо вы эти обязательства выполняете, либо вы их не выполняете. Третьего не дано. А объяснять никому ничего не нужно, тем более тем людям, с которыми мы вместе завязаны. Они делают сами из всего вывод. К сожалению, я сделал вывод. Печальный вывод. Вы с вашим компаньоном пытаетесь меня обмануть? Ваш компаньон, обладающий правом подписи, каким-то фантастическим образом исчез? Так? Угу. Но самое главное, что вы обманули моих компаньонов. А люди, они достаточно богатые, люди не со связями, и они не любят нервничать. Они не любят, когда их пытаются обмануть. Вы знаете, по крайней мере,
я не знаю никого из ныне здравствующих, кому бы пришла в голову эта бредовая мысль их обмануть. Прошу прощения. Секунду. Кать, воды, пожалуйста. Извините. Я не очень длинно говорю. Не-не, нормально. Сколько вам нужно времени для решения этой проблемы? Сутки? Двое? Молодой человек, я вам задал вопрос. Не знаю. Суток трое. Отлично. Потому что если бы вы мне сказали один день, я бы вам не поверил. И решил, что вы хотите в очередной раз меня обмануть и скрыться. Тогда эта беседа была бы для вас последней. А так, три дня. Вы знаете, это вселяет в меня уверенность. Ну что ж, до свидания. Всего доброго. Я позвоню. О, нет, нет. Никаких звонков. Документы с подписью и все проблемы. Володя, поехали! Да, Вадим Сергеевич. Значит так, билет на Одессу ближайший, гостиницу и машину на прокат. Угу. Да, стоп. Узнай, где остановился Андрей. В какой гостинице? Все. Хорошо. Аль, как ты могла так врать? Ты же всех обманул. Тебе никогда не бывает стыдно? Где-то я уже это слышала. Ладно, давай спать. Девчонки.
мужчина ушла, чуть солнце поднялось. Да это жена моя. Ну, ничего, сын, помиритесь. Не помиримся. На то, что мы так можем, расслаблю на мгновенье себя на преступление, лаская мякоть вишен и языком чуть ближе, я в твой приват сливаюсь, в тебя я отпускаюсь. Едем. Да, да, все нормально. Thank you.
Эу, есть кто живой-то? Ну, здорово. Ой, хорошо, прохладненько. Уютненько. Ха. Фу, духота на улице. А. Ну что, как ты? Не знаю, где искать. Но они здесь. Вадик, нюхом чую, что они здесь. Может быть, местную братву подцепить, а? Или какое-нибудь агентство охранное. Башка кипит. А может, не подключать никого? Ты как думаешь? Ну, наверное. Что, наверное? Ну это охранная. А ты для чего сюда приехал? Как что? Договор подписать по проекту. Ты из-за этого сюда приехал, Вадим? Ну а по-твоему, из-за чего? Подожди, подожди, подожди. Ты что? Ты вот из-за этого дерьма сюда приехал, да? Хорошо, подпиши, я уеду. А ты что, за меня подписывать не научился еще? Андрюх, перестань. Я все понимаю, у тебя проблемы, все это любовные переживания. Подпиши документы и гоняйся за своей девкой. Она не девка! Она моя женщина. Я из-за нее бросил все, понимаешь, и болтаюсь. Тут ну, и я... ищу ее, как ну, последний. Прости, Ан. Ну, выразился не так. Ну. Ну хорошо, хорошо, извини. Ну, ты же понимаешь, я не это имел в виду, ну. Просто нас там разрывают на части, понимаешь? Я больше не могу. Не могу! Без меня не можешь, да? Чего не могу? Ничего без меня не можешь? Ну, конечно, не могу. Андрей, право подписи у тебя. Андрюша, подпиши бумаги, и все готово. Андрюх, я не понимаю, что готово? Все готово! Андрей, подпиши бумаги, и мой бизнес у тебя в кармане. Меня сколько в Москве не было? День, два, три, все успел? Андрюх, я не понимаю, о чем ты говоришь. Просто в отличие от тебя, я не хочу, чтобы все наше дело пошло коту под хвост, понимаешь? Я этого не хочу. Да, мы когда-то будем работать по-белому, но не сразу. Мы столько к этому шли, это наш шанс, понимаешь? Это наш с тобой шанс. Нам никто не придет и не принесет этот на блюдечке с голубой каемочкой и не скажет, ребят, не получилось, попробуйте еще раз. Нам скажут, ребят, вы козлы! Вы козлы, ребята! Идите вы все!
Она не понимает, что со мной так нельзя, Вадим. Со мной так нельзя! Хорошо. Опять 25. Андрей, вот договор. Вот ручка. Подписывай, я скажу тебе, где она. Что-что-что? Что ты сказал? Я скажу тебе, где она. Вадим, подожди, ты хочешь сказать, что пока вот мы здесь с тобой разговаривали, ты все время знал, где она, да? Ты что, поторговаться со мной решила? Да ну. Вадим, а ты становишься крупным бизнесменом. Правда, за мои деньги. Акула, олигарх. Вадик, а? Андрю, ну как с тобой иначе? Какие учителя, такие ученики. Ну. Ну что, подожди? Поторговаться со мной решил? Ну что ж, давай. Давай поторгуемся. Ты же никогда не умел. Значит так, твои условия какие? Подожди, подожди, я сам скажу. Значит, я должен подписать эти бумаги. Ты понимаешь, я говорю, я эти бумаги подписывать не буду. А теперь послушай мои условия. Ты мне сейчас скажешь, где она. Я не буду затягивать этот шнур на твоей жирной шее. Ну? Что? Что ты сказала? Я не слышал. А я ничего не сказал. Маяк! Маяк? Вот это и есть настоящие деловые приговоры. Отличный бизнес. Знаешь, как у нас говорят, результативная игра на чужом поле. Дыши, дыши, здесь воздух хороший. Твое здоровье. Черти носят. Чё ты орёшь-то? Все равно он глухонемой. Ну, может, он пошел на море, я не знаю, рыбу половить. Ну, куда он мог деться-то? Какая рыба? Мы ему телеграмму давали. Ну, давали. Ну? Ну, сам посмотри, ну, дверь-то закрыта, замок с той стороны. Хм. Странно, должен был нас встречать. Слушай, ну, он старый человек, может, он вообще того. Ты чего? Он нас с тобой двоих переживет. И эти еще, блин, куда-то делись, а? Где Женька? Женька с Алей. Проспятся, приедут. Слушай, а если этот нас догонит, то что? А что, у него голову снесло? Может, Дим сидит с отвинченной головой Степаныча. Да ты чего? Город большой, где он нас с тобой здесь найдет? Где угодно. Где угодно. Тебе все равно, конечно, вон помидорку лопаешь. А меня, например, не по-детски колбасит. Помидорку хочешь? Отвали, а. Здрасте. Степаныч! Как твои дела? О, сейчас тебе кое-что принесу. Сейчас будет. Во. Держи, это тебе. Опаздывают. Скоро будут. Сейчас приедут. Женька приедет не один. Он с женой приедет. Вдвоем, вдвоем они приедут, понимаешь? С женой. Нет, такие не женятся. Женятся вот такие. На рынок, что ли, да? Ну, давай. О. Мы тебя ждем. Идем. Thank you.
аэропорт. Ой, девушка, не по пути. Извините. Колян! У нас сегодня в ресторане рыбный день! Вылезай давай! Тихтиандр! Давай, 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 давай! Смотри, какая! Давай накинь, простудишься. Спасибочки. Ну-ка. Свежая. Представляешь, я там плавал, там вот такие огромные рыбины плавают. Да ладно тебе. Серьезно, я по одной стреляю, а она мимо проплывает. А что, я поймал ее? И давай, конечно. Картошку поставил? Поставил. Рыбу почистил? Почистил. Тогда пойдем со мной в дизельную. А? Это зачем еще? Степанычу надо помочь, форсунки продуть. А без меня, значит, не справишься? Нет. Ой, Петсон, первый раз в жизни приятно, что ты без меня не справишься. Ладно, иди, я тебя отгоню. Иди, иди, Петсон, хватит тырить, иди. Пойдем. Пойдем, я сказал. Белокрылая чайка. Алло, Петр Матвеевич? Да, это я. Нет, я не прячусь, я из Одессы. Да, я сейчас улетаю в Москву. Нет, проблем не решил. Угу. Я понимаю, чем это грозит. Да. Хорошо. Арнольд, хочешь яблоко? В бубен дам. Значит, не хочешь. В школе я тебя год-два боялся патиссоном называть. Думал, в бубен дашь. Только потом мне люди объяснили, что ты свое собственное имя ненавидишь. Родителям спасибо. Экзотики им захотелось. Помнишь, вы по школам ходили? Ну, на вечерах играли. Ну, мы раз с Женькой за вами увязались, еле вырвались. Женьке в глаз дали, меня вообще чуть не удушили. Окружили меня, помню. Ну, я думал, все, конец. Тут, смотрю, ты бежишь. Я тебе почесон, почесон. Ты подбегаешь, всех размахал. Ко мне такой, ты чей? Ключ дай на 19. Ты чей, типа? А я говорю, да свой я, свой. И ты такой, ну ладно, держись меня. Было? Не помню такого. Да было, было. Угу. А теперь ты выше меня на голову. Во дела. Слушай, ты вообще... Ведь потом ты в школе все время нас с Женькой защищал. Да и на улице. Слышь, я вот что думаю. Женька там... В беде мы вроде как не при делах. Поэт,
Ты меня удивляешь. Женька ввязался в взрослую жизнь. А в этой жизни не всегда есть место друзьям. Слушай. И потом, извини, из-за него мы ввязались в такое г, что мама не горюй. А теперь решай, друг он нам или не друг. Может, у него с машины что-нибудь стряслось опять? А ты позвони. Да. Алло, Жек. Привет. Ну, что вы там, едете, нет? Едем. Ну, давайте быстрей. Все в порядке с машиной-то? Слушай, ну что ты привязался, а? Сказано, все в порядке. Да едем мы, да. Че названивать-то? Ну что? Вроде едут. Ну все. Да. Ну что, починил? Масло закачали. Фильтр надо менять. Ну это уж без меня, прости. Жека, это я. Вы куда запропастились? Мы на маяке. Когда вы будете? Ну? Он сказал, они едут. Молодец. Хорошо поговорил. Ну ты и козел, а? Не хами, старше. Ой, мордатый, не переживай, что ты со своим другом поговорил. Он мне не нужен. Мне она нужна. А если б ты говорить не стал, я б тебя заставил. Я бы упер эту штуку тебе в живот. Ты бы мне не то что говорить, ты бы у меня носом номер набрал. Ай, дорогие мои паршивые сопливые щенки. Все, в дружбу играете? Дружба в детстве хороша, когда делить нечего. А повзрослеете, сразу найдется, что делить, из-за кого делить и как делить. Да не сопи ты! О, у нас гости. Слышь, жирный, жирный, орать не надо, не шуми, хорошо? Орать не вздумай. Хотя здесь можете хоть дуэтом петь, все равно никто не услышит. Ну,
Да, привет. Но почему опоздали-то? Ну, слушай, мам, плюс-минус 2 часа для такого расстояния, ну… Да, все нормально. Да, с ребятами тоже все хорошо. Слушай, мам, пожалуйста, я устал, я только что приехал, а? Да никто тебе не грубит. Ладно, прости. Пока. Коля! Патиссон! Какая встреча? Ну, проходите, Евгений. Не стесняйтесь. Проходите, проходите. Присаживайтесь. Ну? И где же наша с вами подруга, Евгений? Я тебе вопрос задал. Спрятал, в городе оставил. Может быть. Может быть. Понятно. По-хорошему, знаешь, не хочешь, давай по-плохому. Так, а хоккей я тебя спрашивал, ты ничего не знаешь. А вот что это такое, ты знаешь? Ружье для подводной охоты. Это правильно. Так вот, под водой убойная сила 10 метров. А на воздухе, я думаю, что эта штука пробивает человека насквозь. Упс. Но это дерево. На воздухе, я думаю, что человека точно насквозь. Ну, где же наша с вами любимая женщина, Евгений? Давайте рассуждать логически. Видимо, вы оставили ее в городе, она скоро будет здесь, да? Подождем? Подождем. Может, выпьем? Выпьем. Что еще делать настоящим друзьям? Вот это правильно. Уважаю. Ну? С кем связался, даже водку пить не умеет, а? Жень, ну скажи мне, где она, а? Но я все-таки не чужой человек. Можно сказать, друг семьи. Нет, ну я даже больше, чем друг. Ну, ты же знаешь, что твоя жена от меня ждет ребенка, Жень. Не ждет она никакого ребенка. Ну, вот это ты врешь. Ну, ладно, я у нее сам спрошу. Ты знаешь, я сегодня утром беседовал с одним человеком, правда, он постарше тебя. Говорили мы по-взрослому, так он через 2 минуты раскололся. Ну что, Жень, хочешь по-взрослому? Так где она? Последний раз спрашиваю. Улетела она в Москву. Можете не ждать ее больше. Посадил бы я тебя к твоим друзьям, только вот ключ потерял. А где у них здесь подвальчик, кладовка? Ты случайно не знаешь, а? Андрей!
Пошло, пошло! Бизнес хотел! Бизнес хотел! Подписывай! А если не подпишу? Я ее убью! Убивай. Ты же понимаешь, Вадим, дело-то не в ней. Ножом будешь девку бьет? Предлагаю лучший вариант. Давление ему 10 атмосфер. Сидеть! Давление 10 атмосфер. Убойная сила под водой 10 метров. Спокойно, спокойно. На, только аккуратно. На воздухе не пробовал. Ну? Вадимчик. Тихо, тихо, тихо. Ты что? Думаешь, ты слабо? Тихо! Думаешь, ты слабо? Да у тебя руки дрожат. Вадимчик. Тихо! Не надо называть меня Вадимчик! Ты знаешь, я это не люблю! Не надо, Вадимчик! Ты на меня? Вадимчик! Сидеть! Сидеть, я сказал! Что? Сидеть! Сидеть, я сказал! Вадимчик, ты Вадимчик! Что? Успокойся! Ты же... Ты что ж сделал, кретин? Почему ты от меня все время прячешься? Ты не умеешь прятаться? А? Ты кого-то испугалась? Кого ты испугалась? Там он. Кто он? Кто он? Аля,
Я пришел. Открой, а. Я не хотел тебя стрелять! Я не где знаю! Она? Я не знаю, где она! Где я, она? Я не знаю! Андрей, я не знаю! Ты сказал, что она на маяке! Я не знаю! Где она? Это ты во всем виноват! Где она? Да пошел ты! Это что такое? Свет погас. Кабель перерубило. Аля! 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 Аля, давай руку! Аля, цепляйся вот так вот, давай. Алечка, родная, подтянись еще немножко. Молодец, Аля. Алечка, я тебя держу. Алечка, я тебя, честное слово, держу. Руку давай, давай. Аля, еще немножко подтяните, пожалуйста. Так, молодец. Алечка, молодец. Нехило. Слушай, по-моему, тут труба сейчас, слышишь? Это дизель заработал. Ёп! Да ладно, по-моему, не сильно. Какое не сильно? Это окись углерода. Тут заснешь и не проснешься.
Поехали быстрее! Аля, ребята в дизельной, надо им помочь. Нет, не оставляй меня одну! Я не могу! Аля, послушай! Не могу, не оставляй! Успокойся! Тихо! Аля, послушай, ты можешь вести машину сама, тебе нельзя здесь оставаться. Заводи, уезжай, хорошо, я тебя догоню. Поняла меня? Да. Все, езжай. Колян. Да, ключ убери. Подожди, подожди. Вот, теперь смотри. Эту. Да, вот что ж, даже из столбара. Такой, такой, что ж ты вечно не на те кнопки. Ну, что-то ручку поверни. Вот. Да нет, блин. Давай, заводи, вот ключи. До конца поверни. Вот, на два положения назад. Все, поехали. Тихо, успокойся! Женя! Успокойся, я сказал!
Женька! Валя! Почему ты удрала? Ты сам меня в машину посадил. Да не сегодня, вчера. Я ж тебе написала. Мне что, у тебя на коленях, что ли, прощение вымаливать? Я уеду сегодня. Куда? Домой. Кто тебя отпустит? Я у тебя спрашивать не буду. Мы договаривались, женимся на 2 недели. Ну, значит, у меня есть еще 10 дней. Сказал, что на маяке.
начинать. Да пошел ты! По атласам подаренным я улицы гадаю, и где тебя найти? Поверь, защитности плечом к плечу нам нравится. Кому какая разница? Аля! И в зеркалах огромных мы смотримся нескромно. Я сделала бы все для тебя. Машину сама. Тебе нельзя здесь оставаться. Заводи, уезжай. Хорошо, я тебя догоню. Замечательно выглядишь. Приглашение на свадьбу. А чё ж так напрягаться-то? Могла бы через отца передать. А почетным гостям я разношу сама. Я последний почетный гость. Ты прекрасно знаешь, что ты не последний, а первый. Знаешь, о свадьбе я узнал последним. И чё это вдруг? Чё расстроился? Ну, как тебе сказать? Да. Здрасте. 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 Поздравляю. Спасибо. Андрюх, mm-hmm. Что происходит? А что происходит? А что происходит? Андрюх, я не понимаю, что ты тянешь? А что ты пыхтишь-то? Андрей, мне сейчас звонил Петр Матвеевич. И? Он орет дурнили, понимаешь? Они уже оформили все свои квартиры. Ну? Нам завтра им передавать наши площади в нашем новом комплексе. Андрюх, мы нарвемся на проблемы, понимаешь? Он отойди. Нас, он просто так это не оставит. Отойди. Напрягает меня. Понимаешь, напрягает. Эти квартиры помоечные, этот вариант какой-то поганый, хмырь этот твой. А ты раньше это сказать не мог? Дай. Ты раньше не мог сказать, Андрей? Ты что, рехнулся, что ли? Я думаю, что он уже столько сорей... Отойди! Да? Я думаю, что он стольник уже с этого проекта себе в карман положил, понимаешь? Он задавит нас, понимаешь? Он задавит. В понедельник юристы все проверят, я подпишу. Хорошо. Андрей! Ну что, боль, заняться больше нечем, да? Я же ты просил отойти. Да ну что такое? Ну несерьезно, понимаешь? Кофе мне! Прости, я не хотел. Мяу-мяу-мяу. О, вон Женька идет. О, жених, здорово. 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 Ну что, завтра погуляем? На свадьбе-то? Ну. Повеселимся. Ну, а после свадьбы поедем в Одессу, на маяк. Ребят, я не знаю. Алькины предки дали штуку баксов. Mm-hmm. И мы, наверное, поедем в Египет. О, Египет – это прикольно. Ой, мама, шикадам, шикадам. Да, говорил я, пацан, тебе, что женатых друзей не бывает. Одни мы с тобой поедем в Одессу. Один у нас с тобой друг остался. И тот Дизель. Да. Хотя Египет – это ничего. Может, там Альку арабы сопрут. Ага. А потом еще денег дадут, чтобы я ее обратно взял. Слышь, Жень, а как думаешь, на кого будет ребенок похож? На тебя или на нее? На меня вряд ли. Да ладно, не грусти, я тоже на маму похож.
Да? А я думал, ну, соседа. Дурак ты, Дуреев. Любовью дорожить умеете. С годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет слякоть и пороша, ведь надо вместе жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Браво! Браво! Дорогие Аля и Женя, поздравляю вас с этим радостным днем. Помните, что с этого дня вы единое целое. Семейная жизнь – это большой труд. Не случайно муж и жена так и называются – супруги. То есть те, кто идут вместе, тянут одну упряжку. Пусть все невзгоды и радости у вас будут общими. Пусть ваши головы состарятся на одной подушке. Поздравляю вас! Горько! 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 Вот так мы не отдохнем никогда. Ага, это точно. Когда старые тетки на свадьбах стихи читают, просто ужас какой-то. Да так всегда. Женятся молодые, а отрываются вот старики. Тарелочку передайте, пожалуйста. Говорят, в США. Пожалуйста. На свадьбу голых баб приглашают. Ну, во-первых, не на свадьбу, а на мальчишник. Да, я тоже об этом читал. В тортики такие, да. Для того, чтобы нормально отдохнуть, во-первых, нужно всех этих бабок старых выгнать. А во-вторых, выпить что-нибудь. Да-да-да-да. Сейчас повеселимся. Можно, можно секундочку? Смотри, я хочу молодой подарочек сейчас кинуть. А вы чем занимаетесь? Я студент. Учусь в одном из московских вузов. Что вы говорите? Да. Вы самый интеллигентный человек. Спасибо. Внимание! С мыса Канаверал запущена ракета по Москве! Но мои не дремлят!
от лица мужчин позвольте выразить вам большую благодарность товарищу преподавателю. Я хочу работать с синхронным переводчиком с английского, немецкого, испанского, итальянского языков. Аль, чего грустная такая? Замуж я выхожу. Да убери ты свою камеру. Патиссон! Иду. Ну, где ее носит, а? Да ну не переживай, ты скоро придет. Вон, пацаны уже вылезли во двор, со своими железками возятся. Здорово, Женя. Здорово. Смотри, что достал. А? Mm-hmm. Слушай, Женька паразит. Вчера ключом махнул, крыло мне поцарапал. И думает, я не знаю. Сильно? Да ладно, там ерунда. Скажу, у нас в банке ребята в гараже затрут. Ой. Нет, ну где ее носит, а? А ну, выключайте свою шарманку, хулиганы! Проклятые! Спать не даете, сволочи! Сейчас, блин, милицию вызову! Да-да, уже выключаем. Гад, а. Доброе утро, Феликс Борисович. Вон, Колян, смотри. Алькин отец стоит. Да, вижу. Злобу копит. За то, что Женька ему крыло помял. Да и смотри туда, зыркает он. Алька с выпускного идет. Ба-ба-ба-бам. Thank you.
аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The mobile number is temporarily blocked out of the coverage. Вон она пришла, наконец. Сидит на качелях с Женькой, треплется. Ну, слава богу, вернулась. А Жене что? Пусть поговорят, Женя хороший мальчик. Ага. Случилось чего? Аль, что произошло? Жень, мне нужна твоя помощь срочно. Ой, нет, все. Ну, Жень, ну, пожалуйста, нет, нет. Ну, то если не ты, ну, Жень. Аль, вспомни, сколько я для тебя уже сделал, а? И писал записки директор, как твоя мама. И звонил ему, как твой папа. И даже приходил к нему, как твой старший сводный брат по отцу, приехавший Жень. Из Сибири, а? Ну, Жень. Алечка, школа кончилась, и детство проходит. Все, ты меня посадишь. Женечка, ну это сущий пустяк, я тебе клянусь. Ну, помоги мне, а? Ну, пожалуйста. Что случилось? Пойдем, я тебе все расскажу. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Мать, смотри. Она Женьку к нам тащит за каким-то лешим. Он упирается, не хочет идти. Ха, чисто телок. Да ладно тебе. Ой, что с нами женщины делают? О, повела она Женьку. Попал. Замели. Точно папаша узнал про крыло. Да, хана. Угу. Ой. Дизель, иди отсюда. Ну чего трезвонишь, а если бы мы спали? Ой, пап, я тебя умоляю, какой сон, когда меня нет дома. Здравствуй, Жень, давай. Здравствуй. Хорошо. Вкусно пахнет. Мам, Наполеон испекла? Твой любимый. О, его надо обязательно кремом смазать, только чтобы не пропитался. Тогда он будет такой хрустящий. Жень, подожди со своим тортом. В общем так, мы с Женей решили пожениться. Ребятки, а вы все обдумали? Не рано вам, а? Мамочка, чего ждать? Я на третьем месяце уже. Куда пополз, щенок? Ой. Тогда уж не щенок, а кобель. Да не кричи ты, ну. Аля, как ты можешь так говорить? О ком говорить? Хороший мальчик. Ты когда успел? Я... Тебя спрашиваю! Ну, пап, ну когда успел? Ну, 2 месяца назад. Здесь, в моем доме. В твоем. Успокойся ты. Покивай мне тут. Его в дом впустили, а он... Отец, ну... Ну, что ты напал на парня? Он же не отказывается, сам пришел. Твои родители в курсе? Ну ты что, издеваешься? Стоит тут принц. Он с нами разговаривает, брезгует. Ты что, может, жениться не собираешься? Да подожди ты, ну твои родители знают. Мы очень долго думали, кому прийти первыми, и решили пойти к вам, чтобы просить руки у вашей дочери. Не наглей, нашел время просить руки Папа. Моей дочери. Ясно, значит, не знают. Значит, Женя, я думаю, лучше всего твоим родителям мы скажем. А то тебя отец прибьет. Это точно. Уж замуж не втерпешь! Да! Пойдем. Аля! Аль, ты вообще, ты с ума сошла? Аль, что ты творишь? Я думала, ты со страха умрешь. Ничего, держался молодцом. Аль, представляешь, еще мои родители об этом узнают. Вообще, что тогда будет, а? Жень, да не парься, ничего не будет. Мои родители все расскажут твоим. А твои, пока до тебя доберутся, уже остынут.
Слушай, я ведь знал, что с тобой нельзя идти, что это плохо кончится. Жень, мне сейчас очень плохо. Ты всегда помогал мне. Это всего на 2 недели, мы потом разведемся. Ха, разведемся. Здорово. Еще раз родителей удивим, да? Тогда твой отец вместе с моим на пару меня точно во дворе по... Да не огорчайтесь вы раньше времени. Вы знаете, у меня есть один многообещающий вариант. Многодетные долго ждать не могут, сами понимаете. А сколько будете строить этот комплекс? Ну, год, два, три. А я вам предлагаю рассчитаться с городом прямо сегодня, практически сейчас. Метражом в другом районе, да? Понимает. Совершенно верно. А метраж-то сам есть, Петр Матвеевич? И метраж есть. Более того, есть у меня люди, которые построили дома, они, правда, раз в 5 дешевле ваших. Там раньше свалка была. Сколько городу с вас причитается? Где-то половина, значит, 5000 квадратных метров, да. Вот у них как раз 5000 квадратных метров и есть. Район не очень престижный, первый этаж, но, знаете, друзья мои, кто 10 лет стоял в очередях, да промаялся в коммунальных квартирах, ой, тот и первому этажу-то будет несказанно рад. Секундочку. Смирнова ко мне. Кому? Ну, в кабинет к Андрею Анатольевичу. Ага. Да, прямо сейчас. А вы моим людям в своем дорогом комплексе передадите, скажем, ну не 50%, нет, а процентов 20. Вы знаете, друзья мои, никогда чужие деньги не считал. Это как-то не в моих правилах. Но полагаю, что 1 миллион 3-4 долларов вы на этом заработаете. Неплохо? Разрешите. Значит, смотри, ситуация такая. Есть изменения по проекту, завтра нужно будет все эти документы переоформить. Прошу прощения, Вадим Сергеевич, Андрей Анатольевич, я хотел просить 5 дней отпуска завтрашнего дня. А что случилось-то? Ну, дочка замуж выходит. Ну, колесо такое, ставлые родственники, цветы и платья, ну, сами понимаете. Замечательно, замечательно, дочка замуж, мои поздравления. Слушай, Володь, нельзя свадьбы как-то потом, а? Ну... Извините. Да, алло. Алло. Андрей, слышишь, это я. Да, слышу. Ну и какие новости? Новости? А ты что, разве еще не знаешь? Я выхожу замуж. Отец приходил к тебе? Да, я в курсе. Мне уже доложили. Ну и ты ничего не хочешь мне сказать? Нет, ну, в общем-то, ничего, все понятно. Подожди, я замуж выхожу. У тебя что, нет возражений? Ну что-то, какие могут быть возражения? Никаких возражений. Ну, так что насчет отпуска, Андрей Анатольевич? Ну что ж, свадьба – дело святое. Ну, а с документами мы как-нибудь сами управимся. Правда, Вадик? Давай, Володь. Спасибо. Приглашение передадут, как только отпечатаем. Хорошо. Ну что, подводя итоги, схема, по-моему, замечательная. Значит, с вашей стороны нужны только документы, нотариально заверенные, с вашей подписью. Ну, правда, документы надо прокачать еще через все городские инстанции. Но я думаю, это не проблема. У меня есть деловые люди, они помогут. Так что жду ваши документы на этой неделе. Ну, братцы, конец недели, крайний срок. Так что поторопитесь. Я думаю, успеем. Да? Ну, всего доброго. Я надеюсь, что все успеем сделать, да? Петр Матвеевич. Надеюсь. Да. Надеюсь. Все счастливо. Спасибо. До свидания. Ну что, какие впечатления? Впечатления переполняют. С какого начать?
Мне кажется, все вкусно. Как ты? Что-то ты невеселая. Давно это у вас? Да. Мы с отцом даже ничего не знали. Вот как бывает. Ты его любишь? Ребенок ребеночком, но, может, не стоит торопиться со свадьбой. В конце концов, и так проживем. Я знаю, что делаю. Ты уверена, дочка? Ты слышала, что я сказала? Я хочу свадьбу. Да послушай меня, есть... Нет, нет, есть один вариант, но что-то он меня как-то напрягает. Сейчас, подожди секунду. Да, да, пусть войдет. Я перезвоню тебе. Весят. Аль, ты что, не могла меня предупредить? Так бы ты и пошел. Нет, конечно, не пошел бы. Зачем вообще все это делать, а? Какую ты беременность сюда приплела? Для чего, Аля? Женя, я на самом деле беременна. Ты что, правда залетела, что ли? Вот этого тебя не касается. Давай уходи. Давай, давай. Хотя бы на месяц раньше сообщили. Ой, мамина дочь, вся в тебя. Ходили мы к твоим родителям, Женя. Ну, что они сказали? А чё такой потерянный? Минут 20 они вообще ничего не говорили. Молчали больше. Потом все как у людей. Лекарства, слезы туда-сюда. Отец прибить тебя хотел. Рвался сюда, мы не пустили. Если уж я тебя не тронул, то ему-то чего, верно? Верно. В общем, Женечка, ступай к родителям, они тебя ждут. Я представляю. Ладно, я пойду. Мама. Мама. Вообще уже. Какие они все-таки наглецы, а? Наделал делов, а ведет себя как... Ладно, мать, давай думать, как быть со свадьбой. Давай. Да. Пап, ты сначала на работе отпросись. А то свадьба без тебя будет. Эх ты, точно, мне же надо в 10 быть у шефа. Ну. Поехали. Давай. Три, четыре, пять,
6. Все, 5. Ну что, сильно орал? Сильно. А потом успокоился. Да, мы ж с Патиссоном видели, как он с Алькиной маман к твоим предкам побежал. Ну что решили? Что дальше? Дальше? Дальше свадьба. Да. Ба-ба-ба-бам. Красота неземная. Старались, Петр Матвеевич. Только как эту красоту делить будем? С кем делить? Как с кем? С городом? Фу. Ну, с городом. С городом, как всегда. 50 на 50 по справедливости. Земля-то чья? Земля городская. Поэтому извольте отдать городу половину ваших площадей. А немного будет городу половину наших площадей-то, а? Ты когда-нибудь перестанешь трепаться по телефону? Я жду звонка. Извини, я тебе перезвоню. Что случилось? Почему ты кричишь? Я же сказала, я жду звонка.